Приветствую вас на моей кухне. Сегодня по плану собирался готовить говяжьи котлетки, купил говядинку, ну, наверное, очень мягкую, и хваленый Браун с ней не справился. В очередной раз он ломанулся, зараза такая. И сижу, голову ломаю, решил вот обратиться к вездесущей и всезнающей аудитории, то бишь к вам, мои любимые зрители. Может, вы подскажете, как эту дрянь разобрать? Я уже пытался как-то ее разбирать, тут движок Ихбин обыкновенный, внутри есть, как в помпах стиральных машин, магнит двухполюсной, а здесь катушечки. Но дело в том, что корпус штампованный, клееный, и как его аккуратно разобрать, я не знаю. Так бы можно было дриммер сделать или еще что-то еще. В прошлый раз я его починил, вытаскивая вот эту вот дрянь. Вот сейчас она проворачивается. Вот, вытаскивается. Набухал туда клея. Вот. Ну, суперклей, он же суперклей, он, блин, супер надежный и супер сломался. Вот. Дефект, конечно, вот в том валу. Если бы до него добраться и сделать проточку, было бы кайфно. Но такого инструмента нет, чтобы залазить вот в эту дырку. А разобрать я его не могу. И вот хотелось бы, может быть, кто-нибудь из вас, среди вот этих вот тех, кто тиски красит, вечно перекрашивает, гальванит, или же жарит эти долбанные двигатели от стиральных машинок и делает крутые самоделки. Может быть, они, вот эти вот крутые какеры, знают метод, как разобрать этого долбанного Брауна штампованного, так, чтобы я мог добраться до внутренностей вот этого двигателя и проточить вот эту вот гадкую ось-полуось. И чтобы пустить его снова в эксперименты, в работу, а еще лучше буду делать котлетки из говядины. А пока у меня будет говяжья тушенка. Заранее вам благодарен. На этом все. До следующих встреч.